И победу посвящаем Герману, который у нас заболел, часть команды, часть корабля, наш неизменный босс. Босс, мы это сделали, блядь, ты думал, ты вон всегда на сцене. Он говорит, пацаны, очень плохо, но сегодня, если выиграете, все будет красиво. Поэтому надеюсь, себе лучше. Все для вас, ребята, болельщики. Уверен, что вы смотрите, лицезреете нас. Вам большое спасибо. И это противостояние. Но сегодня победа наша. Посмотрим.